Всем привет! Я доктор Евгений. Покажу, как избавиться от головной боли с помощью самомассажа, коротких разгибателей и самокоррекции Атланта. Атлант – первый шейный позвонок. Очень мобильный, очень подвижный. Здесь он располагается, на нем череп сидит. Его держат мышцы, короткие разгибатели шеи, те самые, которые вот закив делают, вот этот назад. И если они в дисбалансе, они тянут в разные стороны, что вызывает смещение атланта частичное, его поворот вызывает компрессии, сдавление нервов, которые выходят из черепа, сосудов, которые заходят в череп. И это все создает дискоординацию работы в головном мозге, что вызывает как побочный эффект головную боль. Сами спазмированные мышцы также вызывают головную боль в области шейно-затылочного и теменного даже региона. Поэтому покажу сейчас, как можно самомассажем, то есть избавиться от таких вот болей. Покажу, куда надо надавливать. Смотрим. Как найти эту зону? То есть вы поставьте руки на голову таким образом и скатывайтесь просто с головы и дойдите до затылочного бугра. У каждого он по-разному выражен, у кого-то сильный большой бугорок такой, а у кого-то он достаточно сглаженный. Но суть одна, что когда вы скатываться будете по голове, будет здесь неровность такая, она достаточно будет выраженная, чтобы понять, что это затылочный бугор. Это как раз-таки место перехода черепа в шею, то есть головы в позвоночник. Мы доходим до этого бугра и таким образом встаем пальцами. Вы можете это сделать одной рукой, чтобы понять. Получается, если сейчас я скачусь и надавлю вовнутрь и вверх, то есть движение будет у меня вон туда, это и будут короткие разгибатели. Вы можете их просто пощупать, пропальпировать, подавить, чтобы понимать, какой из них напряжен, какой из них болезненный, какой из них расслабленный. Вот оцениваете эту позицию. И следующим этапом мы делаем самомассаж. Устанавливаем мячик в то самое место, про которое я только что рассказал. И делаем небольшой кивок. То есть подбородок к груди опускаем. Устанавливаем этот мячик. Находим ту самую болезненную точку, которую вы нащупали руками. То есть можно просканировать. И остались в этой позиции. Голову максимально старайтесь расслабить. То есть она должна в течение до минуты, где-то до 60 секунд, если она расслаблена правильно, подбородок все ниже и ниже будет опускаться к груди. И таким образом вы почувствуете, как расслабляется шея и как отпускает эта болезненная точка. После этого сделайте легкие массажные движения, чтобы застоявшуюся кровь здесь разогнать. Попробуйте сделать так с обратной стороны, с противоположной, для того, чтобы симметрично сбалансировать работу коротких разгибателей мышц шеи. Что таким образом вы получаете? Во-первых, вы убираете шлагбаумы, которые мешают кровотоку и оттоку крови. Во-вторых, вы почувствуете, как глубина дыхания улучшилась. Потому что первый шейный позвонок, он частично компримирует, сдавливает блуждающий нерв и другие черепно-мозговые нервы. Частично, повторюсь, его диспозиция это делает и мешает адекватному дыханию и даже работе внутренних органов. А также в этой позиции вы растягиваете твердую мозговую оболочку и футляр, в котором находится спинной мозг, становится более подвижным. И таким образом спинной мозг более мобильный. И это даже может улучшить кровоток в нижних конечностях. Сейчас, выполняя это упражнение, вы можете ощутить, как в стопы поступает какое-то тепло, либо кровь. И таким образом отработали в течение 2-3 минут каждую болезненную точку на затылке. После этого эти мышцы подтренируйте. Нужно просто сесть в ровную позицию и позакидывать голову назад. Таким образом, несколько раз. Поверните голову в другую сторону, сделайте несколько круговых движений для баланса и наблюдайте, как улучшается ваше общее состояние, вплоть до улучшения зрения даже. Вот этот вот метод называется акципитальный релиз, то есть расслабление затылка или мышц затылка. Оно же и помогает вам исправить позицию
атланта и улучшить вообще даже вплоть до позиции стоп. В общем, универсальная техника. Если нравится, делитесь. Если хотите донатить, делать какие-то пожертвования, внизу ссылка, пожалуйста, проходите. Все плейлисты доступны здесь. Смотрим, радуемся. Пока-пока.